Наш эфир продолжает брифинг по мерам поддержки участников СВО и членов их семей. Алексей Иванович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе по поддержке участников СВО и членов их семей. По состоянию на 19 декабря текущего года филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» за помощью и содействием в решении разных вопросов обратилось 3500 граждан из числа участников специальной военной операции и членов семьи участников специальной военной операции. Всего поступило более 9000 вопросов. Основные вопросы, по которым обращаются граждане, это назначение мер социальной поддержки 2650, денежные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции 1588, медицинские вопросы 634, получение удостоверения ветерана боевых действий 544 обращения и психологическая помощь 509 обращений. По всем поступившим обращениям положительно решено 84% вопросов. В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Министерством обороны Российской Федерации и Государственным фондом «Защитники Отечества» о взаимодействии по вопросам выдачи удостоверения ветеранам боевых действий лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции филиалом проводится работа по обращениям сотрудников частных военных компаний. В частности, работа по сбору необходимых документов и направление в комиссию Министерства обороны Российской Федерации через Центральный аппарат Государственного фонда «Защитники Отечества». Всего на сегодня направлено пакетов с документами на 148 участников специальной военной операции. По данной категории на сегодня получены первые удостоверения ветеранов боевых действий. Социальными координаторами филиала Государственного фонда осуществляется комплексное сопровождение более 1000 участников специальной военной операции и членов их семей. Осуществлено 396 выездов на дом подопечных. 10 декабря текущего года в городе Якутске впервые проведено республиканское физкультурное мероприятие среди ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, приуроченное ко дню героев Отечества, где приняло участие 57 ветеранов боевых действий Сулусов Республики и города Якутска. Организаторами соревнований выступили филиал фонда «Защитники Отечества», Министерство по физической культуре и спорту Республики, Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта и Ассоциация ветеранов боевых действий Республики Саха-Якутия. С момента открытия при содействии филиала фонда проведено более 70 мероприятий с общим охватом более 4000 человек, в том числе при участии ветеранов боевых действий и членов семьи участников специальной военной операции. Спасибо. В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Якутяне приняли участие в собрании инициативной группы избирателей. Участники собрания единогласно поддержали предложение выдвинуть Владимира Путина на новый президентский срок. Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Креолитозоне обсудили на круглом столе в Академии наук. Как изменение климата сказывается на деформации автодорог, расскажут наши корреспонденты. Условный пожар второго ранга потушили в спорткомплексе «Сулус» в Якутске. Согласно легенде, произошло короткое замыкание электропроводки и лёдозаливочной машины. Нужные работники, столяры и плотники. Якутские студенты успешно проходят дополнительное бесплатное обучение по рабочим профессиям. Заключительный практический показ выпускников. Якутский колледж культуры и искусств подвел итоги уходящего года педагога и наставника. Якутяне из команды Путина возвращаются домой с одного из самых значимых событий в общественно-политической жизни страны. Руководитель Республиканского общероссийского народного фронта Валерий Лютый принял участие во встрече, где действующего главу государства общенародно выдвинули кандидатом на следующие президентские выборы. Какое значение инициатива команды Путина имеет для Валерия Лютого, узнали наши коллеги.
Валерий Лютый прибыл из Москвы из самолета сразу в офис Общероссийского народного фронта. А все потому, что намерен как можно скорее поделиться с единомышленниками впечатлением от участия в историческом событии – всероссийской встрече команды Путина, где патриоты вложили вклад в дальнейшую судьбу России, выдвинув Владимира Путина кандидатом на выборы президента в 2024 году. Бог послал нам такого лидера, который страну сделает мощной, независимой и народ, чтобы жил хорошо. Вот я в это верю, верил всегда в нашего президента, в нашу Россию, в наш народ. Вот правильно президент говорит, что надо, главное, верить в наш народ. Якутию на мероприятии в Москве представили 3 человека. Помимо Валерия Лютого, в команду Путина вошли руководитель оленеводческого хозяйства Роман Туприн и волонтер опорного пункта Якутии в ДНР Марина Байхилина. Мать 3 сыновей, участвующих в специальной военной операции, с 2022 года работает в зоне проведения СВО, обеспечивает бойцов горячим питанием. При личной встрече я увидела, какой он сильный, твердый человек, и сломить его дух невозможно. А кто еще может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще. К победе нашей правоты и справедливости. К победе добра над всемирным злом, нацизмом. Если зло не остановить, оно расширится. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания. Вместе мы победим. В команде Путина люди разных профессий, социального статуса, студенты, пенсионеры, труженики села и крупные бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса. Для меня, как вот ветерана, элита – это не только наши уважаемые, знаменитые люди, врачи, хирурги, дирижеры, но и вот эти ребята. Вот видите, вот этот вот, молодой человек, мы с ним, да, уже с ним хорошо знакомы. Команда Путина. Сталинградской земли, да. С Якутии тебе привет, с Якутии от якутян. Выдвижение Владимира Путина поддержали и все крупные политические и общественные силы страны. Победа будет и на фронте, и избирательных участках. Владимир Путин сдал документы в избирком и уже официально стал кандидатом на выборах президента в 2024 году. А волонтеры Республиканского общероссийского народного фронта готовятся к сбору подписей в общественных местах. Команда Путина, толстовки. Это все нашим, они будут работать на общественных началах. Конечно, безвозмездно. Это поддержка Владимира Владимировича Путина по сбору подписей. Я думаю, что якутяне наши откликнутся. Я уверен, что подавляющее большинство якутян может сказать про себя, что мы все команда Путина. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Научно-образовательный центр «Север» рассмотрел итоги деятельности, а также определил ключевые вызовы, перспективы и направления дальнейшего развития центра на период до 2030 года. Участники конференции обсудили вопросы рационального природопользования в криолитозоне, климатических изменениях, комплексного энергообеспечения и новых энергоносителей. Эти темы остаются приоритетными в деятельности центра. Сам научно-образовательный центр «Север» создан в 2019 году путем интеграции научных, исследовательских и образовательных ресурсов ведущих образовательных учреждений. Программа деятельности центра представлена 5 портфелями, в рамках которых реализуются 9 ключевых технологических проектов, направленных на трансформацию экономики и всего северо-востока России. У нас разрабатывается огромное количество тех технологий, которые реально меняют жизнь к лучшему и реально могут пригодиться людям. Просто мы о них сейчас почему-то мало говорили. И мы открыты, мы готовы рассказывать об этих технологиях, максимально делиться информацией о них и рассказывать, ну, не боимся рассказывать о наших планах, которые в том числе будут ложиться в основу новой программы. А там, поверьте мне, очень такие, может быть, где-то фантазийные, а где-то космические проекты. Состоялось 2-е заседание Координационного совета по развитию движения первых в Якутии. На заседании были рассмотрены вопросы исполнения комплекса мер по развитию сети регионального отделения, выслушаны доклады о выполнении плана за текущий год и проекты, которые будут реализованы в следующем году. Приняли участие около 20 членов Координационного совета, органы исполнительной власти республики и участники совета первых регионального отделения. За этот год отделения движения первых созданы в районах, общеобразовательных учреждениях, а также проведены различные проекты и мероприятия. Специальные профессиональные учебные заведения республики представили свои проекты, и, соответственно, это говорит о патриотизме, который у нас появляется у молодежи. Это основная задача, которая есть сегодня в движении первым. Ну и, кроме того,
уже вступать в движение первым стало достаточно модно, интересно. И действительно, это такое объединение, которое позволяет сегодня школьникам ощущать себя, знаете, более уверенно. Прежде всего, и с точки зрения социализации, с точки зрения взаимоотношений между собой, родителей, ну и как патриоты и части государства. В Якутске планируют построить два новых автовокзала и закрыть старый по улице Октябрьской. Новые автовокзалы намереваются открыть в районах аэропорта и национального медцентра. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Ранее городские власти сообщали, что вместо автовокзала по улице Октябрьской планируют создать школу либо объекты дополнительного образования. Также с января будущего года в Якутске по маршруту номер один начнут ездить 15 новых автобусов. Дополнительно ожидается приезд 25 автобусов для частных предприятий по перевозке пассажиров. Со следующего года планируется ежегодно обновлять около 100 городских автобусов. Новые хорошо себя зарекомендовали. Они низкопольные и теплые, что обеспечивает комфорт пассажирам. В них установлена автоматическая коробка передач. Повышенные условия труда водителям, рассказал глава Якутска. Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Креолитозоне обсудили на круглом столе в Академии наук. Вследствие глобального изменения климата отмечается ускорение процессов деформации автомобильных дорог в зоне вечной мерзлоты. Подробности в следующем сюжете. Якутия на 90% находится в зоне вечной мерзлоты. Работа в первой климатической зоне требует особого подхода при строительстве мостов и автомобильных дорог. Круглый стол состоялся с целью внесения изменений в существующие технологические процессы при строительстве дорог. В связи с развитием экономики, с развитием республики увеличилась интенсивность движения и требования, как никогда, к дорогам увеличиваются. И сейчас никто не смотрит, что вот раньше мы ездили там по 10 часов до того же там Этикёля. Сегодня 3-3,5 часа и доезжаешь спокойно. Ну, вот. А это требует своеобразного и довольно-таки осторожного подхода к дорогам и к многолетним мерзлым грунтам. УПР ДОР-Вилюй совместно с Институтом мерзлотоведения проводят мониторинг состояния дорожного полотна. С прошлого года установлены 4 поста наблюдения мерзлотного состояния грунта на автомобильных дорогах Вилюй и Колыма. Идет потепление климата в целом, да, и мы работаем в первой климатической зоне, и это требует свои особенности. Мы только вот начали эти исследования, и я думаю, что мы, конечно, в дальнейшем мы будем продолжать вот эту совместную деятельность вместе с Академией наук, вместе с Институтом мерзлотоведения. Набор данных с помощью постов наблюдения происходит в зависимости от погоды и периодичности времени. Для данного вида наблюдения и понимания закономерности необходимо порядка 10 лет. По итогам дискуссионной площадки будут разработаны методические рекомендации. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Эпидобстановка на территории Нерюнгринского района остается напряженной. Продолжает действовать обязательный масочный режим, использование бактерицидных облучателей и обязательная дезинфекция при проведении массовых мероприятий и утренние фильтры в трудовых коллективах. В то же время меры по сдерживанию распространения респираторных заболеваний, а именно перевод школьников с 1 по 8 класса на дистанционное обучение, принесло результаты. И с 18 декабря ученики вернулись за парты. Также снят ряд ограничений на деятельность организации доп. Образования и проведение массовых мероприятий с участием детей. Предполагается, что будет запрет на привлечение аниматоров, анимационных групп при проведении мероприятий, разобщение групп. То есть группы будут проводить мероприятия, утренники, раздельно. И если и будут допускаться родители, то только при строгом соблюдении противоэпидмероприятий и не более одного представителя от ребенка. То есть максимально разобщить, максимально предотвратить распространение инфекции среди организованных коллективов. В Якутске прошло контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Сулус». Мероприятия подобного характера в нашей республике проходят ежегодно. Подробнее о ходе учений смотрите в нашем сюжете.
По легенде, произошло возгорание леда заливочной машины. К месту условного пожара были стянуты силы городского подразделения пожарного гарнизона, пожарно-спасательных частей 1, 3, 6, специализированной пожарной части, а также полиции и скорой помощи. Так, с третьей пожарной части были задействованы 12 человек личного состава. Данный объект находится в нашем районе выезда. У нас сегодня проводились учения для отработки, так сказать, практических навыков, теоретических знаний. В общем, результат учений обсуждают вот сзади меня, как бы вышестоящее руководство, после чего будет вынесена оценка данному мероприятию. По регламенту было выполнено боевое развертывание для поиска и спасения пострадавшего, а также одновременного тушения пожара. По словам Григория Колдакова, все действия были выполнены в полном объеме, все поставленные цели и задачи были достигнуты. Эти учения являются оценкой деятельности подсистемы и пожарных подразделений по итогам года, по итогам тренировок, по итогам занятий. Высшей степенью подготовки. Так как это объект новый, мы отработали все действия по эвакуации посетителей, персоналов и тушению пожара. Учебно-методические сборы проходят ежегодно и служат подведением итогов за прошедший период. Пожарно-технические учения, как правило, могут проходить несколько раз в год и проводиться в нововведенных объектах. Действия отрабатывались личным составом Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Всего привлекалось 11 единиц техники, более 50 человек личного состава. Отработаны водные по поиску пострадавшего, который находился у нас на объекте. Все, значит, действия отработаны в полном объеме, замечаний нет. В ходе учений было отработано взаимодействие всех экстренных служб. Руководством Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия была дана положительная оценка. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Якутск. Управление социальной защиты оказывает помощь начинающим предпринимателям в размере 500 тысяч рублей. Заключается социальный контракт, средства выделяются по четырем направлениям. Развитие личного подсобного хозяйства, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. Так, на развитие подсобного хозяйства по 500 тысяч получили в этом году две семьи поселка Пелиду и Бичинча. Одни закупили крупнорогатый скот, другие – курни-сушек. Социальные контракты в Ленском районе сегодня в огромном спросе. В этом году их заключено 112. Самое главное требование вот именно по развитию личного подсобного хозяйства и индивидуальной предпринимательской деятельности. Заявитель должен в течение года стать самозанятым, либо открыть ИП, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Главное условие заключения социального контракта – семья должна быть малоимущей, то есть доходы семьи не должны превышать прожиточного минимума населения. Доходы мы берем за последние 3 месяца на дату обращения. В состав семьи входят все зарегистрированные, кто проживает и ведет одно хозяйство, то есть по одному адресу. Якутские студенты успешно проходят дополнительное бесплатное обучение по рабочим профессиям. Северо-Восточный федеральный университет во второй раз выиграл грант российских студотрядов, который позволяет студентам как расширить знания в своей области и повысить квалификацию, так и освоить новую специальность, понять, какое направление подходит, определиться в профессиональном и личностном развитии. Подробности в следующем сюжете. Конкурс грантов проводится молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации как в весенний, так и в осенний период. Победителям выделяется определенная сумма, за счет которой они организуют обучение. После завершения курса и успешной сдачи квалификационного экзамена с демонстрацией практических навыков студенты получат свидетельство о профессии рабочего, что сильно поможет им при трудоустройстве. Предоставляешь пакет документов, представляю свое материально-техническое оснащение и, главное, конечно, кадровое обеспечение. Это очень хорошая программа, то есть ребята занимаются у нас и получают рабочую профессию, сразу в стройотряд идут уже с профессией. Мы поговорили со студентами физико-технического института, обучающихся по направлению цифровая электроэнергетика, чтобы узнать, как проходит их занятие. Для них данное направление – второе образование, смежное с основным.
Поступили они, чтобы расширить спектр своих умений и стать конкурентоспособными на рынке труда. Студенты отметили, что помимо теории, они активно изучают практическую составляющую специальности, что для них, несомненно, очень интересно. Удобно иметь дополнительное образование поверх основного, и это даст конкурентное преимущество в будущем. Мы сначала изучали теорию, решали много задач, а потом уже приступали больше к практике, там собирали схемы, работали с изоляцией. Могу уверенностью сказать, что учеба всегда должна быть на первом месте, особенно для молодых людей. Это перспектива для дальнейшего развития. Напомним, что весной Северо-Восточный федеральный университет впервые стал победителем гранта российских студенческих отрядов на бесплатное обучение студентов по 13 востребованным рабочим профессиям. Среди них санитар, каменщик, сварщик, оператор по добыче нефти и другие. Марина Захарова, Лилия Уваровская, Семен Семенов, Якутск. В школе номер 16 города Якутска торжественно открыли новый мурал. Портрет Сергея Черных, командира ОМОН Министерства внутренних дел Республики, запечатлен на стене актового зала школы. Мурал нарисовала художник-скульптор Алена Семенова. Это третья работа художницы на патриотическую тему. За все время она создала памятные муралы, посвященные герою Советского Союза Екатерине Деминой, а также экипажу танка «Алеша», героям России Алексею Неустроеву, Филиппу Евсееву и Александру Левакову. Напомним, школа номер 16 носит имя Сергея Черных, который активно проводил работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Работа шла сначала над эскизом мурала, и в итоге мы остановились на эскизе с изображением гор, так как это означает преодоление вершин. Очень хочется, чтобы мурал радовал ребят, школьников, чтобы они знали своих героев, в честь кого названа школа. Якутский колледж культуры и искусств подвел итоги уходящего года педагога и наставника. Так, в Саха-театре состоялось торжественное мероприятие, где студенты колледжа представили заключительный практический показ выпускников. В отчетном мероприятии было показано этнохудожественное творчество, а также премьера спектакля о легендарных родоначальниках народа Саха Лей Буатур и Умагой Баай. В мероприятии приняли участие сами студенты и преподаватели колледжа, выпускники, представители органов власти, а также жители и гости Якутска. Сегодня зрителям, гостям и жителям города Якутска представляем заключительный вечер по этим годам. И в прошлом году мы выиграли грант по линии Министерства культуры Российской Федерации, открыли школу креативных индустрий, а также наш педагогический коллектив стал победителем по линии профсоюза и были удостоены премией Маркина. Детский хоккей «Алдана» открыл летопись новейшей истории в развитии данного вида спорта. Впервые в новом ледовом комплексе на официальном уровне прошли соревнования по хоккею с шайбой среди детских команд. Продолжит тему Руслан Павлов. Открытый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком был запущен в Алдане в ноябре прошлого года. Спортивный объект возведен по программе «Газпром детям». И именно дети и подростки здесь главные посетители и обитатели. Сегодня в ФОКе работает несколько спортивных секций. Их посещают порядка 150 ребятишек. А за время работы комплекс пропустил более 22 тысяч человек. В настоящее время хоккеем у нас занимается более 100 детей, шорт-треком порядка 30. Надеемся, что в ближайшей перспективе нам удастся открыть отделение фигурного катания, которое тоже пользуется большим спросом среди населения, но в отсутствии квалифицированных тренерских кадров необходимо привлекать их из других регионов Российской Федерации. За год удалось сформировать хоккейную детскую команду, выставить ее на соревнования регионального уровня и, главное, провести их у себя дома. В предновогоднем товарищеском турнире по хоккею с шайбой хозяева принимали сборные Якутска, Нерюнгри, Тынды. На лед вышли 10-летние мальчишки, будущее республиканского и дальневосточного хоккея. Мне 10 лет, я хожу на хоккей уже 2 года. Из этих 2 года... Мне очень нравится хоккей, потому что этот спорт очень сильный. Ну, все нравится, как обустроено, хорошо, тепло там. Сейчас здесь развивается у нас уже в хорошем таком масштабе хоккей. Значит, появилось много желающих заниматься этим видом спорта. Гостей приняли тепло, а на льду дали им жару. Соперники, имеющие богатую историю детского хоккея, были удивлены организацией и подготовкой местной команды.
Открытие таких арен, естественно, укрепляет наши отношения команд местных и областных. Популяризация хоккея идет, мастерство растет наших детей. Это уже хоккей не на открытых коробках, как мы раньше мерзли, а это уже хоккей более профессиональный, более командный. Результаты круговых встреч не влияли на турнирную таблицу, однако все решалось в последней игре между алданскими «Золотыми соболями» и «Энергией» из Нерюнгри, где гости оказались сильнее. Бронза у «Полярных волков» из Якутска. Впрочем, игра игрой, а тренеры и спортсмены из других городов открыли для себя новую спортивную площадку, а главное – достойных соперников и претендентов на победы в лице алданских хоккеистов. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.